Привет! С вами Девчачьи новости. 12 октября в Сенегдарийского университета прошел конкурс чтецов «Читающая молодежь. Надежда будущего», который был приурочен Всероссийскому дню чтения. Студенты не только зачитывали отрывки произведений знаменитых писателей и поэтов, но и презентовали собственное видение литературы. Здесь можно было увидеть все – танцующую муху-цокотуху, Анну Каренину, бесы и многое другое. Оценивали студентов независимое жюри. Народный артист Луганской Народной Республики, почетный гражданин Луганщины Голубович Михаил Васильевич. Председатель Межрегионального союза писателей Морозова Мавроди Наталья Владимировна. Председатель Республиканского союза писателей и мастеров искусств Бекрешева Лариса Алексеевна. По завершению конкурса перед участниками выступили члены жюри. Честно говоря, я впервые вижу такую форму. Это первое. Она очень нужна каждому из вас, поверьте мне. Вы созидаете, вы молодцы. Победители выбирали очень долго, и в итоге всем участникам были вручены грамоты. А первое место разделили между собой студентка Института транспорта и логистики Маяцкая Виктория и студенты факультета компьютерных систем и информационных технологий Щербаков Никита и Завгородний Олег. Это очень волнительное мероприятие, мы долго к нему готовились. Такие мероприятия нужно проводить чаще, так как они тренируют в нас ораторское искусство и помогают нам общаться с другими людьми более откровенно. Ребята-победители получили билеты на концерт в Театре на Оборонной. На следующий день в Дарьевском университете состоялась встреча студенческой молодежи с представителями ОНО «Россия – страна возможностей». Темой встречи стала презентация проекта «Пишем будущее» и вовлечение наших студентов для участия в проекте. Для участия в таком конкурсе необходимо: во-первых, возраст от 14 до 25 лет, а также зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету с личными данными и написать эссе в одной из предложенных номинаций. По итогу студенты могут выиграть поездку по России в рамках федеральной программы «Больше, чем путешествие». Проект «Пишем будущее» — это уникальная возможность начать свой старт в одном из 26 проектов платформы «Россия – страна возможностей». Но поспешите, крайний срок подачи заявлений до 29 октября. Тринадцатого октября в нашем университете волонтеры Всероссийского общественного движения «Молодая гвардия Единая Россия» вручили ноутбуки нуждающимся студентам из многодетных и малообеспеченных семей. Студентам вручил подарки председатель Координационного совета «Молодая гвардия Единой России» Демидов Антон Вячеславович. Сегодня «Молодая гвардия Единой России» передала студентам 10 ноутбуков. Во-первых, мы выбрали наиболее нуждающих студентов. Эти ноутбуки помогут им, безусловно, для учебы, но и в том числе мы считаем, что оснащение техникой той молодежи, которая живет сейчас в Донецкой, Луганской народных республиках, в Херсоне, в Запорожье, очень важно для того, чтобы ребята вступали в интернет-дискуссии и доносили правду до всего мира. Мы подготовили вот такое вот благодарственное письмо Всероссийской общественной организации политической партии «Молодая гвардия Единой России». Студенческая молодежь государственного образовательного учреждения высшего образования Луганской Народной Республики, Луганский государственный университет имени Владимира Даля выражает искреннюю признательность за своевременную и бескорыстную помощь молодежи Донбасса. Вместе мы сделаем этот мир лучше. С уважением, студенты Дарьевского университета. Здесь те подписи студентов, которые сегодня получили ноутбуки. Я бы хотела сделать небольшую ремарку. Сегодня в этой аудитории собраны те дети, которые на сегодняшний день больше всего нуждаются в помощи. И те ребята, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, поверьте, то, что вы делаете, это очень важно, это значимо. И спасибо вам большое. Это вам. Я очень благодарен молодой гвардии Единой России за то, что подарили нам ноутбуки. Хотя бы теперь учиться будет легче, а то с телефона как-то было тяжеловато. И спасибо вам большое всем. Помощь молодой гвардии «Единая Россия» нашему университету уже стала традицией. Надеемся, что такая помощь пойдет нашим ребятам только на пользу. Одиннадцатого октября ректор нашего университета Рябич Виктор Дронович принял участие в эфире «Утро Донбасса», где рассказал о программе «Лидеры Возрождения», которая реализуется в Луганской Народной Республике. Нужна молодежь та, которая горит желанием, чтобы действительно вот они себя показали, и они уже представляют по-другому
наш мир, что надо перестраивать, куда идти. У них совершенно другое мышление. И вот наша задача вот таких лидеров подтянуть и приглашает поучаствовать в этом замечательном конкурсе. Конкурс реализуется с целью поиска и развития перспективных руководителей, которые готовы восстанавливать нашу республику. А 19 октября наш университет посетил временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Пасечник Леонид Иванович и министр образования и науки нашей республики Кусов Иван Сергеевич. Они провели встречу с активными ребятами и молодыми учеными университета по поводу недавно стартовавшего конкурса «Лидеры Возрождения». Поэтому я сегодня призываю всех студентов Далевского университета, всех преподавателей, которые действительно хотят жить в хорошей, самодостаточной стране, с развитой экономикой, с устойчивой политической системой, с достойным обслуживанием медицинским, я не знаю, с достойной промышленностью, принять участие в этом конкурсе, зарегистрироваться и смелее высказывать свои предложения. Каждый из вас будет иметь возможность принять участие в строительстве и руководстве республики. Сейчас как никогда необходимы граждане с активной жизненной позицией, которые имеют дельные предложения для развития и возрождения нашей республики. Я победил в похожем конкурсе, он назывался «Лидер России», и Леонид Иванович лично позвонил и пригласил в команду Луганской Народной Республики. Вот так я оказался здесь, и, собственно, так каждый из вас тоже может оказаться в команде, которая будет возрождать, да, и развивать Луганскую Народную Республику, не только, на самом деле, наш регион, но и всю нашу страну, великую Россию. Студенты и преподаватели университета также получили возможность задать вопросы лидерам республики. Кстати, победители конкурса получат грант в размере 1 миллиона рублей и смогут направить его на обучение в ведущих вузах Российской Федерации. Мы очень благодарны вам, что вы в своем вот том жестком графике нашли время и встретиться с нашими студентами, с нашей молодежью, с нашими молодыми учеными. Нет сомнения, Леонид Иванович, что, безусловно, вы всегда, ваша кредо, смотреть за молодежью, всегда вникать, всегда помогать то, что вы делаете на протяжении своей деятельности. Несколько студентов и преподавателей нашего университета уже прошли регистрацию. Студенты, которые не достигли возраста участника, смогут принять участие в следующих подобных конкурсах. Это очень важный конкурс, потому что и глава сегодня неоднократно упоминала, что у нас есть молодежь активная, инициативная, но по каким-то причинам они боятся, да, донести свои инициативы, рассказать свои мысли, идеи. Но даже самая небольшая инициатива и идея может помочь в возрождении и становлении нашей республики. То есть цель – собрать вот все эти идеи от нашей молодежи, создать кадровый резерв для нашей республики, который в дальнейшем мог возродить нашу республику. Регистрация на конкурс «Лидер возрождения Луганской Народной Республики» продлится до 12.00 7 ноября. Сделать это можно на сайте лидеровозрождения.рф. Ты же мне оставишь потом здесь текст, да? Да. Типа вылезла вот так вот, оп, и тут это QR-код. В этот же день прошла проектная сессия управленческих команд вузов республики и вице-президента Национального исследовательского университета Ирины Карелиной. В стенах Далевского университета собрались все ректора университетов республики. Ранее временно исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник и ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов обсудили пути скорейшей интеграции вузов республики в российское научно-образовательное пространство. Так, Высшая школа экономики стала экспертным центром для образовательных организаций. Сегодня мы встречались с главой республики, с представителем правительства Луганской Народной Республики и обсуждали перспективы развития образования в республике после присоединения к Российской Федерации. Как вы понимаете, это очень важное, значимое событие. И сейчас будет происходить определенный период, когда одна система и другая будут интегрироваться. И вот для того, чтобы эта интеграция, этот переходный период проходили наиболее спокойно и более комфортно и для коллективов, и для университетов, Высшая школа экономики готова оказать экспертную поддержку. В ходе проектной сессии в Далевском университете были обсуждены вопросы стратегии развития системы высшего образования Луганской Народной Республики, разработки и реализации совместных исследовательских проектов,
намечен вектор совместной деятельности вузов республики с Высшей школой экономики. Представляете, сотрудники и преподаватели нашего университета вступили в ряды Всероссийской политической партии «Единая Россия». Это событие прошло 20 октября в стенах Далевского университета. Более 50 партийных билетов было вручено нашим сотрудникам и преподавателям, координаторам партии «Единая Россия» на территории республики, который является ректором нашего Далевского университета. А то, что мы вот сегодня получим партийные билеты и будем теперь однопартийцами, ну, вносить свой вклад в развитие нашей республики и нашего университета, сомнений нет, потому что вот здесь сидят замечательные, прекрасные люди, талантливые, профессионалы, и мне с таким удовольствием вот хотелось бы вручить каждому из вас партийный билет. Сотрудники Далевского университета продолжают вступать в ряды Всероссийской политической партии «Единая Россия». Мы желаем вам на этой неделе только хороших оценок, потому что учеба – это самое главное. И ждите нас в следующих выпусках. Что значит бесы? Бесы, Настя. Бесы. Это ты, блин, бесы. И бесы в одном лице. Я не знаю, какая фамилия правильно они считаются. Ладно, все, иди. Я сейчас придумаю что-то. Вот иди, пожалуйста. Это преображение. Я хоть красивая? Очень. Я с первого раза записала, прикинь. Знаешь, кто меня писал? Мини-сидор. Алиминистка. Огненная стена. Все, что ты захочешь. Как это, как эффектность. Эффектность. Отсылка к видео. Да, смотрите видео лайфхаки для старшекурсников. Уже скоро сессия вторая, но надо смотреть. Я старшекурсник? От старшекурсников. Смотрите наше видео. Лайфхаки от старшекурсников, лекарно-курсников, вынешенные сессии, но уже пора. И вице-президент Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Ирины Карелиной. Ладно. Маршрут построен. Дамочка. 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 Более 50... Слишком сложно. Что я сказала? Как я это сказала? А, нет, я не помню, как я это сказала. Нормально? Что такое, что сказала? Повтори, пожалуйста. Да? Все, нормально. Сойдет. А что я скажу еще? Давай мы еще полчаса будем думать, да? Мы желаем вам на этой неделе только хороших оценок, потому что учеба – это самое главное. И ждите нас в следующих выпусках. Пожалуйста.